День Победы в Удачном отметили масштабно. У мемориала защитника Отечества собрались, пожалуй, все жители города. Возлагали цветы, здесь разместилась и полевая кухня. Жители города могли выпить горячий чай и отведать солдатскую кашу, приготовленную по-особенному. Особенно тем, что готовится в естественной среде, в полевых условиях. Во-вторых, то, что готовится с душой и с любовью, с воспоминаниями о тех подвигах, которые совершили для нас наши прадедушки, прабабушки. Дома удастся такую кашу сварить? Да. У меня муж сварит очень вкусно. Но здесь вкуснее. Такую вкусную не приготовишь. Только в таком котле можно ее сделать. После солдатского обеда празднования продолжились на Центральной площади. Здесь горожанам показали театрализованное представление. Участвовали творческие коллективы города. Любой желающий мог проверить свои навыки в сборке и разборке военного автомата. Желающих оказалось немало. Одной из них стала Динара Галифуллина. Девочка показала хорошее время – 45 секунд. Тем самым доказала, что может не хуже парней владеть оружием.